летит, где мы надо идти. Только начинаю долгий путь домой, хотя призраки прошлого множат боль. Сколько можно моей комнаты? Воронка так давит от безысходности. Отдал бы все, чтобы... Йо-йоу, всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Сегодня мы будем слушать невероятнейшего, прекраснейшего Варвоида. Реинкарнация безработного называется рэп, этот трек его. Я ставлю лайк за старание. Это реакция за донат, но и без доната я бы ее 100% сделал, да, в следующем паках реакции, это 100%. Но Воин Архата сказал нет и заказал у меня эту реакцию, и... Почему нет? Сделаем вообще без проблем. Но также нужно Мона отметить, потому что как только трек выходил, он об этом писал и в моем телеграм-канале, и вообще везде. Так что вдвоем я вас помечу здесь, да, тоже как двойной заказ, так сказать, да. Ну хотя Варвоида заказывали многие, да, всех даже, наверное, не запомнить. Там в комментариях было много заказов Варвоида. Давненько не слушал. И всегда, всегда прекрасно вспоминать вот Варвоида, это невероятная энергия. Лайк проставлен. Варвоид, реинкарнация безработного. Но это аниме, реинкарнация безработного, что-то знакомое. Где-то или же в рандом картинках у меня выпадало это аниме в телеграм-канале, там рубрика есть. Или где-то он мелькал 100%. Это что-то знакомое. Но я вам говорю, что я не шарю в аниме-тематиках, и все равно... Я полный нубас в этой сфере, и сейчас Варвоид не будет, так сказать, рассказывать, да, сюжет этого аниме или же какую-то историю определенного персонажа. В общем-то, он будет заниматься тем, что делает, ну, просто шикарнейше, да, балдежно, я бы сказал, потому что, ну, Варвоид это один из самых, да, лучших вообще исполнителей в аниме-тематиках, да, в аниме-рэпе, вот тому подобных. И по подписчикам почти 200 тысяч у Варвоида, это хорошие показатели. 2 июля 2022 года вышло буквально относительно недавно. Вот сегодня какое число, друзья? Сегодня у нас, чё? 24-е, ну как недавно? Ну давненько, да, 20 дней назад, но это не год назад, не два, это всего лишь там почти месяц. Ну да ладно, ребят. Ну что, Воин Архата, Мона и все остальные дружище, давайте насладимся этой нереальной атмосферой. Будем пытаться разбираться, но я более чем уверен, что, как всегда, много чего недопойму. И вы, огромное вам всем спасибо, кто будет в комментариях мне помогать, да, тайминги оставлять, вот это все писать. Это вообще просто однозначное респектище. Попьем водички и начнем. Ну что по названию? Реинкарнация безработного. Вообще, что за реинкарнация безработного? Он что там, начал изменяться? Что? Я не знаю, но по-любому что-то прекраснейшее. И Варвоида треков провальных не бывает, друзья. Let's go с самого начала. Посмотрим, что нас ждет. Всем приятного аппетита, всем приятного просмотра. Лайкосик, подписка с вашей стороны было бы приятно. Let's go смотреть. Кто хочет себя поддержать, ссылочку найти в описании. Можете заказывать там свои заказики. Let's go, погнали. Политики грязные, бизнесмены жадные. Политики грязные, бизнесмены жадные. Интересно, это в аниме тоже есть все это, вся эта структура, или же это отсылочка в реальную жизнь? Интересный вопрос. Ну понятно, понятно. Походу вот эта реинкарнация безработного, персонаж, который это говорит, что вот как в реальной жизни, да, многие, в принципе, попадают в это число. Так и в этом аниме тоже такая же хрень, что вот... Да-да-да, бля, хули делать-то, да. Ну ладно, ладно, давай дальше. Моментик еще раз. Политики грязные, бизнесмены жадные, блогеры продажные, журналисты животные. Общество миазмами обросло отвратными. Если так прикинуть, то лучше быть безработным. Ну понятно, лучше быть безработным, потому что все структуры, журналисты, блогера, политики, все какие-то, бляха, муха, не такие правильные, как должно быть. И вот наш персонаж в виде Варвоида, да, от которого он читает, думает вот такими мыслями, и в аниме, походу, это раскрывалось, показывалось все очень в красивых красках. И, естественно,
те, кто смотрели это аниме, можете, наверное, подтвердить в комментариях, да, будет приятно почитать. Давай дальше. Мне дали возможность начать с нуля, не сидеть в темноте у себя скуля, не разлагаться в земле, а на полную жить я младенец. Но помню, был взрослый мужик, ведь на кто-то решил подшутить жестоко. Странный язык, вижу луга из окон, магия и фэнтези, раз и шок. Мне ясно стало разом, что это не мой мир, а новый мне. Так хочется быть магом, где том, раз я все равно во сне буду делать что... Короче, у него были мечты. Он по этим мечтам шел, реализовывался, пытался изменить, да, так сказать, новый мир для себя открыть. По сути, в зеркале видит взрослого человека, да, но в душе является абсолютно новым человеком, который пытается абсолютно новую историю для себя сделать, тем самым изменить в себе и реально реинкарнироваться в какого-то другого персонажа. Есть что-то такая мысль, да, от Варбойда. Хорошо, мне нравится то, что я слышу, молодец. Молодец. Давай дальше. Интересно пока что, интересно. Надо преодолевать бытовые проблемы и развивать свои навыки дальше. Думаю, впредь море мне по колено, я просто счастлив, но как же... Призраки прошлого множат боль, сколько можно моей комнаты. Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Я теряю сам себя в коконе и сожалею. Психотравмы, злости, стыда, все видят все жалений. В этом плене я бы сгнил. Помоги мне, новый мир, пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Ну вот оно понятно, да, надо открывать для себя новый мир, менять всю ситуацию, идти в этот новый мир, в эту новую жизнь, чтобы, черт возьми, изменить все, что было раньше, потому что его это явно очень сильно не устраивает, да. Но вот одна проблема, почему он пока что один, да, где люди сопровождающие, которые будут ему помогать, пока что читается с такой стороны, что он вот просто чисто вот один двигается на релаксе, да, один пытается что-то поменять. Где еще некие другие персонажи, там, друзья, не друзья, вот это вот все. Обычно же, как вот, ты смотришь какие-нибудь ролики вот от Варбойда, он там читает сначала про кого-то, потом про другого, про друзей, там, про подруг, кто там сам себе пиздатый друг, или там что-то вот в этом репертуаре. Здесь пока что я чувствую, что про одного идет речь, персонажа, да, какого-то, и он его раскрывает вот по полной программе, и то, что рядом люди какие-то с ним находятся, близкие, которые готовы помочь ему, да, раскрыться по полной программе или что-то в этом репертуаре. Пока таких вот не вижу, друзья мои. Напишите в комментариях, были ли у этого персонажа, про которого он сейчас исполняет свои мысли, свой рэп, свою музыку, друзья, те, с кем он двигался вместе, или же нет. И, наверное, раскрытие будет в дальнейшем, но пока что за минуту 27 секунд вот не было такого, что он рассказывал там про каких-то еще своих друзей, с кем они там двигались по этому сложному пути, меняли себя, потому что уже задолбались оставаться на одной точке невозврата, смотря в... Вот светлое, смотря наоборот, вот это жуткий назад, где вот это вот политики, мрази, блогеры продажные, блять, режиссеры, продюсера и вообще все вот не такие, как им хотелось бы, да. Ну ладно, ладно, давай дальше посмотрим, интересно. Припевчик, конечно, разрывной, хорошо. Невербальное колдовство, о таком мечтал бы любой маг, я явно лучше, чем воин, глянь, как хмурится небосвод. Короче, он маг, я так понимаю, да, открыл себе магические способности, теперь может вертеть ветрами, делать из них торнадо, блять, погоду управлять, дожди нагнетать. Жесткий тип, и, блин, походу он освоил реально вот это вот колдовство, и вот это колдовство ему в дальнейшем поможет раскрыться уже по полной программе, да, и выйти на первый план, и так, как он хотел. Сделать так он, наверное, и сделает. Или же что-то не получится, где-то оборвется, кто-то стукнет его не так, да. Что-то может произойти, кто его знает. Но хорошо, мне показали вот эту магическую всю фигню с природой. И Варвоид нам про это, в принципе, зачитал. И теперь понятно. Короче, он маг высшего разряда. И у него цель, я так понимаю, стать просто невероятным магом, который просто не то что сотый уровень, да, там тысячные левелы покорил, да. То есть, вот то...
тот вот топ, до которого мало кто может добраться, и лишь вот этот персонаж туда, скорее всего, доберется из-за того, что вот у него есть какой-то внутренний стержень невероятный, да? Хорошо? Слишком быстро я все освоил, время выдвигаться в путь. Я пойду своей тропой, но обязательно вернусь. А пока в дом Грератов занесло меня быть репетитором для дочери мэра, но... А вот здесь уже, смотрите-ка, ребят, пошло раскрытие того, что все-таки он куда-то ушел, он обещал вернуться. Это нужно подчеркнуть, потому что это было прям подчеркнуто Варвоидом, да, что я вернусь обратно, да, то есть он пойдет, наверное, на развитие куда-то в другое место, на другое местоположение, да, там сделать себя лучше намного и вернется обратно там исправлять какие-то вот косяки, которые он в данный момент не может исправить. И здесь же пошло раскрытие того, что вот его поставили, значит, учителем какого-то персонажа, уже есть какая-то, не знаю, замок там какой-то показали, кто-то бегает, уже толпа здесь есть, да, уже он здесь не один, значит, уже вот есть общение какое-то, трали-вали, тили-тили, мы общаться захотели, как говорится, да, я не знаю. Но вот это уже раскрытие пошло, пошло раскрытие, сейчас он кого вот учит, обучает, может быть, это его любовь будущая, или же наоборот враг будущий, или же это вся команда собирается, которую они будут потом размалывать, когда вернутся обратно. Кто его знает, может быть все как угодно, друзья. Мы можем только предполагать, но Варвоид там раскроет. Кстати, откроет глазки, и мы все поймем, друзья мои. Let's go дальше. Самое интересное впереди. Начало это был только разогрев, причем разогрев был шикарнейший. Шикарнейший разогрев был. Учеба, ремесло, клиня, ужасные манеры. Покажу-ка на примере лучше, как ей повезло. И я пробовал тут 2 года, подрос и подзаработал. И планы на жизнь готовы, и я окружен заботой. Два года он там, понимаешь, пробыл в этом королевстве, я не знаю, что это, да, обучал какую-то девочку, открывал ей глаза, то есть делал ее лучше, делал вокруг себя лучше, да, и теперь с этим опытом, 2 года все-таки, как ни крути, опыта поднабрался магических способностей, пообщался с людьми, завел себе кентов, друзей, знакомых, поддержку, с которой можно, черт возьми, и обратно вернуться, и поисправлять то, что он говорил в самом начале, да, все вот про что он говорил, про продажных, про злых, про плохих людишек. Посмотрим, как у него это получится, и будет ли это прямо сейчас. Походу, команда сложилась, да, эта девочка и еще все окружение, которое было рядом, да, там вот был какой-то замок, какой-то, знаешь, этот праздник там показывали, кто-то от кого-то бегал. Интересно, но вот магические способности здесь его не показывали, да, нам показали только где-то вот где-то на минуте, да, когда Варвоид про это читал, что там он маг невероятного уровня, что он может менять там просто, знаешь, там природу и тому подобные вещи. И он чувствует себя комфортно и чувствует, что он намного лучше других в этой сфере. Хорошо. Реально становится лучше, прогресс чувствуется. Хорошо, поехали дальше. Есть кров и еда, семья, цель, мечта, но катастрофа от них не оставила и следа. Если что-то создавать, можно это потерять. Думал, кончился дивный сон мой, к чертям. Обалдеть, походу произошел какой-то некий момент, где все пошло по одному месту, потому что, вот как сказал Варвоид, у него была мечта создать семью, двигаться вместе, там, идти по этому пути, да, но произошел какой-то ад, и всем мечтам, которые у него были, пришел конкретный конец, потому что посмотрите, что произошло-то, а. Все летит к чертям, как говорится. Посмотрим, как они из этого будут выбираться. Это очень интересно. Все летит, где мы надо идти. Только начинаю долгий путь домой, хотя... Призраки прошлого множат боль. Сколько можно моей комнаты? Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Ну понятно, у него, короче, вот эта внутренняя хрень все равно с ним. То есть 2 года вот этого всего, да, то, что он там обитал где-то, кого-то учил, общался с другими людьми, опыта набирался, да, становился лучше. Все равно вот это внутреннее состояние его не изменилось очень сильно, потому что вот все равно вот это вот... бляха-муха, бомбит внутренний мир, бомбит очень сильно. Он себя не чувствует комфортно почему-то. Let's go дальше. Интересно, чем это закончится все. Я теряю сам себя в коконе из сожалений, психотравмы, злости, стыда. Все видят все, жалений в этом плене. Я бы сгнил,
Помоги мне новый мир, пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Надеюсь, он стал другим. Надеюсь, вот этот новый мир, где он сейчас уже 2 года находится, помог ему реально. И сейчас, когда он будет обратно возвращаться, да, он сможет доказать всем, что он, черт возьми, был прав. И его мысли, его точка зрения, другие точки зрения перебьют, если так мягко сказать. Посмотрим. Материк зла, сперт, как бодигард, его будто послал бог мне при деньгах, но я... Кто? Подожди еще раз. Новый мир, пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Материк зла, сперт, как бодигард, его будто послал бог мне при деньгах, но я придумал план, как копить на билет, ведь вернуться назад можно на корабле. Обалдеть, как он красиво построил здесь текст, разнообразил свою читочку. Молодец, молодец. Ну ворует, уровень делает, да. Умеет он где-то ускориться, где-то замедлиться, где-то поменять флоу, где-то так, где-то сяк, где-то так, где-то наверх, где-то вниз, где-то на 180 градусов, где-то на 100. Молодец. Вот и за это, в принципе, Варвойда как бы и это. Уважают, любят, оценивают по достоинству. Молодец, реально хорош. Что касается того, что он здесь всего говорил, еще раз хочу переслушать, там были какие-то имена, я хочу еще эти имена запомнить, но я не запоминаю их, блин. Стать другим, материк зла, сперт, как бодигард, его будто послал бог мне при деньгах, но я придумал план, как копить на билет, ведь вернуться назад можно на корабль. Ну блин, материк зла, и ему нужно обратно вернуться. И это можно сделать, походу, только одним способом, это вот на корабле, как он говорит. И теперь он, походу, будет делать какие-то некие дела, манипуляции, чтобы, черт возьми, попасть на этот корабль и вернуться назад, чтобы, черт возьми, изменить этот гнилой, забытый богом, утопающий мир, который нужно, черт возьми, поставить на путь истины и исправить его как можно быстрее. 2 года уже, черт возьми, там это вакханалия происходила, пока его не было. Посмотрим, получится ли у него угнать этот корабль или же познакомиться с кем-то, кто ему предоставит такую возможность на этом корабле переплыть. Или же не все так просто. Посмотрим. Проблемы стали детентом, отрядом авантюристов, пускали надежды развеять проклятие спердов. Мне нравится, он теперь вступил в какой-то клан, вот только что по-английски сказано было. И посмотрите, сколько там было персонажей, вот даже ради интереса, ля какая там. О, вот этот там какой-то клан, вот он, вот они красивые, ля, стоят-то какие, хорошие. Вот этот Тянка, фиолетовые волосы, Мона уже тут просто, знаешь, возбудился при виде этой прекраснейшей Тяночки. Блин, посмотрите, какие харизматичные личности. Вот 2 маленьких персонажа, там сзади уже покрупнее мальчик-то стоит, да. Волосики-то, ушки-то красивые. Блин, молодцы. Хорошая банда собирается. Надеюсь, у них все однозначно получится. Блин, хороши. Ну, черт возьми, но умеет рисовать аниме. Люди, которые вот делают эти аниме. Вот даже я, человек далек от этой субкультуры аниме, понимаю, что это сделано вот просто. Вот любой кадр берешь, и можно просто кайфовать от всего, что ты видишь. Прям четко, красиво все нарисовано. Посмотрите на эту великолепную Тянку. Посмотрите на этого мальчика. Походу, вот это главный персонаж, что он очень часто мелькал, да. Посмотрите на них, как все нарисовано, это красиво, да. И плюс, если еще берем музыку Варвойда, она так идеально сюда вписывается, что это просто создает гармонию какую-то невероятную. И ты просто кайфуешь от того, что видишь, от того, что слышишь. То есть ты можешь просто отключить звук и вот просто смотреть кадры, тебе это уже нравится будет. Можешь смотреть просто музыку и за счет Варвойда получать удовольствие. А если все это вместе смотреть, то X2 увеличивается, да, и получается просто невероятное что-то. И я всегда говорю огромное спасибо за то, что вот аниме... кто создают, да, у них же у всех разные рисовки, разные вот это вот все, и вот каждый уникален по-своему, и за это вот вы любите аниме в том числе, наверное, потому что, блин, каждое аниме по-своему хорошо и уникально, все разное, абсолютно, везде разные персонажи, я не знаю, какая должна быть голова, чтобы со всех там аниме запомнить персонажей, это же просто реально, мозг может вскипеть, я как-то зашел на вики аниме-кпедию, или как там называется,
просто охренел, там вот просто берешь клинок рассекающих демонов, там же этих демонов только штук до хрена, и берешь Наруто, там тоже, блин, только клан этот, блин, самый главный, это можно с ума сойти, и здесь реинкарнация безработного, тоже по-любому до хрена персонажей, вот как все имена, все кланы, все свеги запомнить, я вообще в душе не пойму, ну Варвоид это умеет, он-то умный, он молодец, он хорош, он красавец, разбирается в аниме. За это, конечно же, ему огромное спасибо. Молодец. Шикарную энергию передает. Потрясающе. Посмотрим, как они доберутся-то до обратной точки, откуда он приехал, и как они будут разбираться. Посмотрим, сейчас увидим. Материк зла, сперт, как бодигард. Его будто послал бог меня при деньгах. Но я придумал план, как копить на билет. Ведь вернуться назад можно на корабле. Мы стали детентом, отрядом авантюристов. Пустали надежды развеять проклятие спердов. Не было быстро, но зубы стиснув, мы добрались до другого континента, где встретил отца О, вот! Подчеркивание того, что он говорил в самом начале, что он вернется назад. Он сейчас вернулся, нам показали этот континент. Хорошее место, слушай, вот с первого взгляда и не поймешь, что там вот такая чушь творилась, которую он в самом начале говорил, да, вот про то, что там тролливали, телетили, все гнилые, и это понятно, да. Вот потом по той картинке, где вот этот вот город нам показали, ля, где? Ля, посмотри, это здесь прям во весь рост был, во, ни хрена себе городок, там походу живут самые богачи, и чем ниже уровень, тем побогаче эти... Чуть-чуть уже бедные живут и так далее. Они приехали на этот континент, и он встретил своим отцом, и теперь будет ему говорить свою точку зрения, и как он, черт возьми, вырос. Вырос с тех пор, как он вот здесь был, уехал на 2 года, там просто поднял свой левел, поднялся во всех аспектах, и теперь он сюда приехал. Просто, черт возьми, изменить этот гнилой мир. Нифига себе, там реально красивые города. Здесь же можно отсылок до хрена найти вообще ко всему. Молодцы. Давай дальше. Другого континента, где я встретил отца после долгой разлуки. Не высказаться, это глупо, и в глубине сердца он рад. Рад я сам, лишь досада никак не слезать с лица. Прыгну к нему на шею, я вернусь, но нам бы дойти до цели. Дома Эрис тропой через горы, монстр шел бог драконов ворс. Офигеть, гора монстр, блять. Гора монстр, что это за гора? Надо обязательно потом чекнуть, что это за гора, дружище, ребятишки. Напишите в комментариях, что за гора монстр. Видели, как он с батей обнялся? Красивый момент, да? Красивый момент. Он сказал, глупо ему было бы не говорить, и он ему по-любому рассказал, что произошло, где он был и так далее. Молодец, молодец. Мне нравится этот персонаж. Хороший малый, хороший малый. Вот вам случай того, как показан маленький персонаж, зато сильный внутри невероятно. Хорошо. Его легкая рука мне вырвала требуха, так бесславно подыхаю. Как же плоть моя мягкая, хочу жить, а не быть ледышкой в горах. И по прихоти убийцы зарастет моя дыра, мой... Смотри, у него походу способность заращения его травм, да? Потому что вот он сказал, я не хочу здесь мягкотелым подыхать, разгниваться и так далее. Да, я сейчас просто буду восстанавливаться, и еще мы посмотрим, кто из нас выиграет. Блин, ну гора монстров, там походу реально очень страшно, очень жестко, и знаешь, там бы простым людям не обитать. Но так как они непростые, там у них целый клан, надеюсь, друг другу помогают, друзьяшки. И его прикроют, пока он будет восстанавливаться. Потому что да, не дело здесь помирать, вставай, дружище, все будет хорошо, давай. Прибыли в земли Фито, с Руиджердом попрощавшись, а тут лишь лагерь разбитый, Эрис сиротой оставшийся. К мастеру клинка уйдет, и мне быть вперед, пока к черту не раздавили меня камни облака. Не надо, все хорошо будет, чувак, этот, какие камни облака тебе раздают, нормально все, блин, жалко, что он с кем-то попрощался, да, какие-то палатки нашел, мне кажется, надо было идти дальше вот с этими, своим кланом, или же они с одним человеком только попрощались, хрен знает, мысли пока рассыпаются в этот момент, ну-ка. Жить, а не быть ледышкой в горах, и по прихоти убийца зарастет моя дыра, мы прибыли в земли Фито, с Руиджердом попрощавшись. Вот там Луиджи уходил куда-то вдали, он с Тянкой остался, походу, вот здесь вот, вот в этом месте, да, где, может быть, какая-то пересылка, я не знаю, да, место отдыха для тех самых магов и тому подобных людей. Интересно? А тут лишь лагерь разбитый, Эрис сиротой оставшийся, к мастеру клинка уйдет, и мне быть теперь...
Хвороды его все кинули, ну не как кинули, а ушли. Вот эта Тянка с красными волосами тоже к какому-то мастеру ушла. И он говорит, мне пойти вперед пока, но идет все не так, как не по его плану. Почему-то его все оставили в солянку, вот он тут плачет, бедный. Что произошло, ребят? Почему его как-то все покинули? Не знаю, друзья, вроде шли вместе, потом что-то разбрелись из-за каких-то проблем, может. Да, в аниме это все, конечно, раскрывалось. Интересно. Вперед, пока к черту не раздавили меня камни облака. Призраки прошлого множат боль, сколько можно моей комнаты. Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Я теряю сам себя в коконе из сожалений, психотравмы, злости, стыда. Все видят все жалений. В этом плене я бы сгнил. Помоги мне, новый мир, пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Ну, молодец, Варвует, хорошо. Но это тот случай, когда вот концовочка, вот мне не очень понятно, почему так получилось. Давайте разберем все от самого начала до самого конца. Был, значит, персонаж, который в самом начале сказал свою причину, по которой он хочет, блять, покинуть этот континент, потому что на этом континенте, блять, властвует такая хрень, что, блять, все воруют, все пиздят, все гнилые, все двухличные козлы. Я здесь не хочу оставаться и не хочу гнить здесь в своей комнатке и так далее. Поехал на новый континент, встретил там неких людей, неких знакомых, да, начал кого-то обучать, учить, походу эта ученица стала... Не знаю, может, он ее влюбился, да, или что такое произошло. Они хотели там что-то траливалить, или пожениться мы захотели, или что такое, да, у них там была связь какая-то, да, что-то там произошло, да, то ли какая-то битва началась, то ли что, и они вроде начали то ли драться с кем-то, то ли что-то такое, да. Потом, когда это все прошло, я так понимаю, да, и он понял, что он уже стал лучше, как маг он прокачался, как человек он прокачался, нашел свою компашку и так далее, да. У него была цель, надо покинуть этот континент, и этот континент можно было покинуть только на корабле, и он каким-то образом, этот корабль, смог договориться, это пиздец, и переплыть, да, с некими людьми, своим бадой, там, походу, было два человека, какой-то маг, мужчина, да, и Тянка вот эта вот красивая. Они, значит, пошли все вместе туда, на другой континент. Он встретил батю, он его обнял, невероятно. Все было хорошо, все было потрясающе. Он ему рассказал все, да, как, что, почему и так далее. Свои мысли рассказал, это было бы глупо, если бы он этого не рассказал, как Варвоид подчеркнул. После этого они увидели, они пошли в этот город там куда-то, да. Потом встретили вот этот вот лагерь, палатки, где вот воины отдыхали или кто там были. И почему-то в этот момент все разделились. Одна ушла к какому-то богу, магу, я не знаю кому, другой ушел вдаль, в закат, в рассвет, я не знаю, куда-то туда. И они почему-то разделились. И он сказал, блин, мне надо было типа с ней идти, но я не пошел. Почему не пошел, я не знаю. И вот в самом конце чуть-чуть мне было непонятно. И вот я вас прошу, напишите просто концовочку, что там вообще произошло в тот миг. Почему они все разошлись, что пошло не так, если они были, типа, 2 года вместе были, вот как так получилось, что вот распалась их командочка. Интересно. С вашего позволения еще раз хочу глянуть, подчеркнуть, может, какие-то моменты, да понять что-то, потому что Варвоид все ясно изъяснял, как говорится, да, это просто я тупой, чего-то недопонял. Но мне можно, потому что я как бы не шарю в аниме-сферах, а вы шарите, друзья мои, так что вы мне поможете. Напишите в комментариях свою историю, давайте слушать. А пока мы слушаем, вы можете писать какие-то комментарии, да, и так далее. Ну, Варвоида грех не послушать, так сказать, еще раз, потому что этого человека можно слушать бесконечное количество раз, он не надоедает, он делает все красиво, шикарно, и по флоу, и по читке, и по смысловой нагрузке, все потрясающе. Здесь было все отлично, просто я чуть-чуть концовочку недопонял, а так все просто на одном дыхании слушать. Давай еще раз. Топ-контент от Варвоида. Let's go.
Политики грязные, бизнесмены жадные, блогеры продажные, журналисты животные. Общество миазмами обросло отвратными. Если так прикинуть, то лучше быть безработным. Мне дали возможность начать с нуля, а не сидеть в темноте у себя скуля, не разлагаться в земле, а на полную жить. Я младенец, но помню, был взрослый мужик. Видно, кто-то решил подшутить жестоко. Странный язык, вижу луга из окон. Магия и фэнтези, раз и шок. Мне ясно стало разом, что это не мой мир, а новый мне. Так хочется быть магом, где том, раз я все равно во сне. Буду делать, что надо, преодолевать бытовые проблемы и развивать свои навыки дальше. Думаю, впредь море мне по колено, я просто счастлив, но как же. Призраки прошлого множат боль, сколько можно моей комнаты. Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Я теряю сам себя в коконе из сожалений, психотравмы, злости, стыда. Все видят все жалений. В этом плене я бы сгнил. Помоги мне, новый мир. Пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Невербальное колдовство, о таком мечтал бы любой маг. Я явно лучше, чем воин. Глянь, как хмурится небосвод. Слишком быстро я все освоил. Время выдвигаться в путь. Я пойду своей тропой, но обязательно вернусь. А пока в дом Грератов занесло меня быть репетитором для дочери мэра. Но учеба ремесло, кляня ужасные манеры. Покажу-ка на примере лучше, как ей повезло. И я пробыл тут 2 года, подрос и подзаработал. И планы на жизнь готовы, и я окружен заботой. Есть кровь и еда, семья, цель и мечта, но катастрофа от них не оставила и следа. Если что-то создавать, можно это потерять. Думал, кончился дивный сон мой, к чертям все летит, где мы надо идти. Только начинаю долгий путь домой, хотя призраки прошлого множат боль, сколько можно моей комнаты. Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Я теряю сам себя в коконе из сожалений, психотравмы, злости, стыда. Все видят все жалений. В этом плене я бы сгнил. Помоги мне, новый мир. Пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Материк зла, спирт, как бодигард. Его будто послал бог мне при деньгах. Но я придумал план, как копить на билет. Ведь вернуться назад можно на корабле. Мы стали детентом, отрядом авантюристов. Пустали надежды развеять проклятие спирдов. Не было быстро, но зубы стиснув, мы добрались до другого континента, где я встретил отца. После долгой разлуки не высказаться — это глупо, и в глубине сердца он рад. Рады я сам, лишь досада никак не слезать с лица. Прыгну к нему на шею, я вернусь, но нам бы дойти до цели. Дома Эрис тропой через горы. Монстр шел бог дракона Ворстед. Его легкая рука мне вырвала требуха. Я так бесславно подыхаю. Как же плоть моя мягкая, хочу жить, а не быть ледышкой в горах. И по прихоти убийцы зарастет моя дыра. Мы прибыли в земли Фитуа с Руджердом попрощавшись. А тут лишь лагерь разбитый, Эрис сиротой оставшийся. К мастеру клинка уйдет, и мне быть вперед, пока к черту не раздавили меня камни облака. Призраки прошлого множат боль, сколько можно моей комнаты. Воронка так давит от безысходности. Я отдал бы все, чтобы выйти. Надежды ложные подкожными червями пожирают безработных. Я теряю сам себя в коконе из сожалений, психотравмы, злости, стыда. Все видят все жалений. В этом плене я бы сгнил. Помоги мне, новый мир. Пусть шаги будут нелегки, но я так хочу стать другим. Ну, молодец, молодец. Хорошо. Ну, здесь я понял то, что когда он 2 года, получается, вот там прожил, да, в этом месте, он не сам захотел уйти, а катастрофа какая-то произошла, да, и из-за этого им пришлось покидать. И, наверное, все так совпало, что и как раз в этот период он подумал, ну, блин, пора возвращаться обратно. И вот когда он вернулся обратно, интересный момент был, что он батю встретил, и у них сначала была такая ситуация, да,
Ну вот как-то не очень, да, мёрз на бой. А потом вот он все-таки уже не сдержался и бросился к нему в обнимку, и это нам тоже показали. Льдинка не захотел остаться в горах, да, и он, получается, смог своими магическими силами воспользоваться и восстать из мертвых. Но вот так-то до конца я не понял момент, почему, черт возьми, так произошло-то? Почему Тянка, с которой он двигался, куда-то ушла в другое место? Почему еще персонаж этот ушел куда-то по своим делам? Вот это я до конца не понял. Но я понял то, что Варвоид сделал замечательную работу, которая мне очень понравилась, которую я получил удовольствие. Надеюсь, и вы получили от этого удовольствие. Ребят, напишите в комментариях ответы на мои вопросы. Целостно хотя бы там напишите, про что это аниме, да, много ли я ошибся, или же где-то наоборот попал хорошо, да. Будет интересно, естественно, почитать. А так, с вами был я, Влад Икпорт, вот он, Икпортуха, братуха. Хочу огромное сказать спасибо, конечно же, Воину Архата, вот ты там еще, у тебя вся неделя забита, да. Это понедельник, на вторник реакция, на среду, четверг, пятница и суббота. И еще ты заказал один тречок, да. Сделать, как вот я в воскресенье сделал, да, чтобы два было. Ну, посмотрим, сделаем, в любом случае, все сделаем. Две реакции за один вечер вас ждет, ну, не знаю пока на какой день, но в любом случае мы это реализуем, друзья мои. Ну что, ребят, напишите, как вам реакция, как вам Варвоид, как вам его музыка, как вам его видео, как вам его смысловая нагрузка. Мне понравилось, музыка хороша, есть, разгулялся на славу, так сказать, да, раскрыл персонажа хорошо. Но вот концовочку, конечно же, из-за того, что я достаточно такой себе в аниме спере, вот просто пам-пам-пам, как говорится, да, я, конечно, не до конца понял. А так, все другое абсолютно понятно. Мне понравилось. Картинка сок. Я говорю, картинка не бывает плохой в аниме сферах, это уже истинная правда, потому что все аниме, вот эти студии умеют рисовать. И делают это балдежно. Балдежно. Ля, посмотри на эту фиолетовую тянку. Оф! Красавица. Всем удачи, ребят, всем пока. До новых встреч. Икпортусом прощаем. А, это не Икпортус, это Чесал Нуадо. Я вот почешу. Уля, какие там. Икпортусом прощаемся. Всем до новых встреч. Всех обнял, всех поцеловал. До новых встреч, друзья мои. Каждому респект. Покедова.